Наши в сборной игроки баскетбольного клуба «Новосибирск» центровой Павел Подкользин и защитник Сергей Токарев вызваны в национальную команду для подготовки к чемпионату Европы. Напомню, в прошедшем сезоне Токарев и Подкользин в составе «Новосибирска» стали победителями Суперлиги и обладателями Кубка России. Они единственные представители Суперлиги в национальной сборной. На данный момент команда под руководством Евгения Пашутина продолжает готовиться к Евробаскету в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 5 по 20 сентября сразу в четырех странах – Франции, Хорватии, Германии и Латвии.